Всем привет. Хорошее настроение. Мы относимся к ретернингу. Почему у меня такой стикер? А какой ты хотел? Я старый заливал. Никто не знает, что я вечером приезжаю, включаю на весь дом классическую музыку, иду в подвал, занимаюсь своими любимыми делами. Сейчас я тоже так делаю. И у нас один раз закрыли эту же комбину. Впахивать и впахивать, он уже на 13. По-моему, даже сейчас 14 будет килл. Не пачите, кстати. Да. Делим подарок. Ну, верхний занял. Эмир проходит дальше. У него есть дефускиты. Он пытается открыться. И Бондик. У Бондика были все возможности. Хватит ли одна? Да, хватит времени. Если бы он Мир убивал. Осталось совсем немного. Хорош! Да! Плент забегает гамбит. Кстати, тут помимо того, что это тренд, очень хорошенький, красиво, очень хорошо. Вот, Моу может вытащить, да, 1 на 2. А просто только потом возьмут они 10 раунд. Окей, что дальше? Надо будет тащить 5 раундов подряд, мне ошибочно, и здесь Бонник просто закрывает. Нет. Сейчас главное помнить только о том, что... Первая карта ничего не решает. Чтобы на нем не сняло голове, это самое главное. О, на Нуке вся работа, и он умирает. Дали два молота, 27 играют. Они идут, а здесь Мо, а на хелпе. Опа! А вот и Мо, и ста туда! Он видел? Ну нет, не получается! Счет на железке забирается. Ну, если какой-то рандом в голову залетит от Бондика, да-да-да. А так нет. Не залетает. Давай! Хорош! Разборки с двумя оппонентами на Инферно. Ангел, Нуке, Дед Фокс, все погибли. До свидания. Иса остался последним игроком данного коллектива. Но это, конечно, погибает, ничего не значит. Хорош, молодцы. Дрен хорошо въезжает здесь. Первый килл от него, второй, третий. Как же мочит соло просто. Адрен. Да, они просто врываются по кроссфайр. Мира. Пришел, хедшот, шикарно. Работа пошла, их. Хоббит будет ждать или не будет ждать Хоббит своего товарища. А Дрен остается один и будет отлетать от Нюки. Бух, до свидания. Да, до свидания, команда Гамбит.